Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Хочу штраф, а нет, пусть лучше будет предупреждение. Один из депутатов предложил дать водителям право самим выбирать наказание за нарушение ПДД, если это нарушение совершено впервые. По мнению парламентария, сейчас инспекторы ГИБДД заточены на наложение штрафов, причем максимальных. А между тем, было бы достаточно просто предупредить водителя, чтобы в дальнейшем он вел себя аккуратно. Трасса 101. В России появилась новая банковская услуга. Это топливная карточка, позволяющая покупать бензин или дизельное топливо в кредит, сообщает издание «За рулем». На полмесяца водителю дается 15 тысяч рублей. Затем деньги необходимо возвращать. Если допустить просрочку, то попадешь, как говорится, на бабки. Почти 60% годовых плюс 20% штраф. Трасса 101. А в Самаре готовятся к запуску первой в России умной дороги. Находясь на ней, водители смогут получать дополнительную полезную информацию. Например, на каком участке идет ремонт, где открыт люк или предупреждение о том, что пешеходы, которых пока не видно, будут переходить дорогу. Правда, не говорится, а каким образом эти данные будут доступны автомобилистам. Скорее всего, посредством навигационных сервисов. Трасса 101. Компания Kia готовит несколько новинок для нашей страны. Во-первых, это кроссовер X-Seat, который представят в июне. Машина будет оснащаться турбированным бензиновым мотором объемом 1.4 либо 1.6. Во-вторых, речь идет о Sorento 4-го поколения, в основу которого легла совершенно иная платформа. Наконец, ближе к концу этого года стартуют продажи рамного внедорожника Mojave с шестицилиндровым дизельным двигателем мощностью 249 лошадиных сил. Трасса 101. В ближайшие 6 лет АвтоВАЗ собирается представить десяток совершенно новых моделей. Еще 7 ныне существующих предприятие обновит. Что касается рестайлинга, то ему в скором времени, скорее всего, подвергнут «Лада Веста» и «Ларгус». Ранее, добавлю, сообщалось, что летом 2020 года тольяттинский завод начнет выпуск новой машины под названием «Лада Ван». Якобы это будет перелицованный «Renault Докер». Позже предприятие данную информацию опровергло. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.